Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Разрешите представить доклад на тему истории становления кафедры стоматологии детского возраста, подготовленный сотрудниками кафедры стоматологии детского возраста. Кафедра стоматологии детского возраста была организована 1 октября 1977 года на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации на базе Иркутского государственного медицинского института. Сначала она была организована как курс стоматологии детского возраста. В 1980 году курс был преобразован в кафедру. Изначально база кафедры располагалась на базе городской детской стоматологической поликлиники, а затем основная база кафедры переехала в новый филиал стоматологической поликлиники в микрорайон Солнечный, располагающийся на базе городской детской поликлиники. С 2009 года основная база кафедры стоматологии детского возраста располагается на базе Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы, расположенной в педиатрическом корпусе по адресу Депутатская, 22. Первым заведующим курсом, а затем кафедрой, был доцент, кандидат медицинских наук Владимир Алексеевич Киселёв. Владимир Алексеевич Киселёв родился в городе Иркутске. В 1951 году окончил Иркутский государственный медицинский институт. В течение 3 лет обучался в ординатуре на кафедре терапевтической стоматологии под руководством профессора Соломона Иосифовича Вайса. С 1954 по 1961 год работал ассистентом кафедры патологической физиологии. За этот период выполнил ряд основных научных исследований, которые завершились защитой кандидатской диссертации в 1965 году на тему к нервным механизмам компенсации функций при односторонней нефроктомии. С 1965 года ассистент кафедры терапевтической стоматологии, а в 1977 году был организован как раз курс стоматологии детского возраста, который он и возглавил. С 1980 по 1987 годы он заведовал кафедрой стоматологии детского возраста. Автор 37 научных работ и учебно-методических указаний для студентов, имеет рационализаторские предложения. Владимир Алексеевич – участник Великой Отечественной войны и войны с Японией. За героизм награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу, за оборону Кавказа, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за победу над Японией. Первыми ассистентами курса стоматологии детского возраста были избраны практические врачи-стоматологи Васильев Валерий Григорьевич и Карнаухов Анатолий Трофимович. Васильев Валерий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Родился 15 декабря 1941 года в городе Иркутске. Будучи сыном врача-стоматолога, фронтовика-орденоносца Васильева Григория Владимировича и медицинской сестры Тимофеевой Александры Дмитриевны, начал свою трудовую деятельность сразу после окончания средней школы. До поступления в институт, а затем и во время учебы на стоматологическом факультете, работал на кафедре ортопедической стоматологии Иркутского медицинского института в должности лаборанта. После окончания стоматологического факультета в 1965 году стал выполнять обязанности старшего лаборанта этой же кафедры. В 1973 году под руководством доктора медицинских наук профессора Нины Ильиничны Мартынюк, заведующей кафедрой гистологии и эмбриологии человека, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Морфологическая характеристика пародонта человека и некоторых животных в возрастном аспекте». В 1987 году Валерий Григорьевич был избран на должность заведующего кафедры стоматологии детского возраста. В 1992 году защитил докторскую диссертацию на тему влияния препарирования зубов на ткани пародонта и сроки ортопедического лечения в Санкт-Петербургском государственном медицинском институте имени академика Павлова. В 1995 году профессор Васильев был избран действительным членом Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы по секциям «Безопасность», а в 1997 году по секции «Окружающая среда и здоровье». В течение многих лет Валерий Григорьевич был заместителем председателя диссертационного совета при Иркутском медицинском университете, членом диссертационного совета при Восточно-Сибирском научном центре Сибирского отделения
членом редколлегии трех центральных стоматологических журналов. Более 15 лет был главным внештатным стоматологом детского возраста Министерства здравоохранения Иркутской области. Под руководством профессора Васильева написаны и защищены 10 диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Валерий Григорьевич – автор 6 монографий, более 500 научных работ и рационализаторских предложений, 4 авторских свидетельств, являлся редактором 17 выпусков научных журналов. За заслуги в области изобретательства и рационализации награжден почетным знаком «Изобретатель СССР». Научную и педагогическую деятельность Валерий Григорьевич совмещал с практической работой. Работал с 1994 года врачом-стоматологом-ортопедом в стоматологической поликлинике номер 1. Здесь Валерий Григорьевич с доцентом Галиной Накинтиной Саблиной и студентами стоматологического факультета. Анатолий Трофимович Карнаухов, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации. Родился 26 октября 1941 года в селе Барлук Иркутской области. В 1965 году закончил стоматологический факультет Иркутского государственного медицинского института и по рекомендации декана факультета был оставлен в клинической ординатории на кафедре хирургической стоматологии. С 1967 по 1977 годы работал в городе Ангарске заведующим детской городской стоматологической службой в детском лечебном объединении. В течение 10 лет совмещал работу челюстно-лицевого хирурга с работой абдоминального хирурга в плановой и экстренной хирургии. С октября 1977 года ассистент кафедры стоматологии детского возраста по разделу детской челюстно-лицевой хирургии. В 1980 году на базе Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы при участии Анатолия Трофимовича было организовано челюстно-лицевое отделение с межобластным центром по лечению детей с врожденной патологией лица и полости рта. В 1983 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему особенности клиники и комплексной терапии эпифизарного гематогенного остеомиелита челюстей лицевых в сочетании с эпифизарными гематогенными остеомиелитами трубчатых костей у детей. В 1999 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему диагностика и комплексное лечение детей с воспалительными процессами челюстно-лицевой области. В мае 2005 года прошел конкурсный отбор на должность заведующего кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Иркутского государственного медицинского университета и руководил кафедрой в сентябре 2012 года. В 1978 году были выделены еще 2 ставки ассистента, на которые были избраны врачи-стоматологи Иновский Лев Михайлович и Калихман Светлана Павловна. Иновский Лев Михайлович, доктор медицинских наук, профессор. Проработал на кафедре с 1978 по 2018 год. Лев Михайлович Иновский после окончания в 1963 году стоматологического факультета трудился врачом-стоматологом-хирургом и главным врачом станции скорой помощи в городе Черногорск, Хакасия, затем в Иркутской областной стоматологической поликлинике. В 1976 году после открытия в городе Иркутске городской детской стоматологической поликлиники Лев Михайлович был приглашен на должность врача-стоматолога-хирурга. В 1972 году он поступил в заочную аспирантуру в Центральный научно-исследовательский институт стоматологии Минздрава Советского Союза. И в 1983 году под руководством профессора-академика Иващенко защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему кариес зубов у детей и подростков в зависимости от ландшафтной принадлежности районов Нового. В дальнейшем Лев Михайлович изучает роль различных по геохимическому составу природно-территориальных комплексов на частоту встречаемости стоматологической патологии у жителей Прибайкалья. Эти исследования в 2003 году легли в основу его диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему
Клиника «Гигиенический анализ распространения инфекционной патологии в Прибайкалье в зависимости от природных условий» на примере стоматологических заболеваний, выполненную при научном консультировании профессора Савченкова. Лев Михайлович – автор и соавтор более 160 научных работ, в том числе 4 монографий, вышедших в издательстве «Наука», имеет 3 патента на изобретение и 1 авторское свидетельство. Являлся членом правления медико-географического отдела Русского географического общества, награжден медалью за строительство Байкало-Амурской магистрали и званием ветеран труда. Кайхман Светлана Павловна, ассистент, врач высшей категории. Светлана Павловна работала ассистентом кафедры с основания до 1999 года, проводила клинические и практические занятия со студентами по разделам детской стоматологии и профилактики основных стоматологических заболеваний на базе городской детской стоматологической поликлиники, совмещая свою деятельность в университете и в практическом здравоохранении. Выполняла кандидатскую диссертацию под руководством профессора Тамары Федоровны Виноградовой. В свое время на кафедре стоматологии детского возраста работали. С 1982 года по 1987 профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Владислав Дмитриевич Молоков. В период с 1969 по 1979 годы Владислав Дмитриевич работал в практическом здравоохранении, а с 1979 по 1981 поступил в аспирантуру в Московский государственный медико-стоматологический институт. И в 1982 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Лечебная гимнастика при ортодонтическом лечении детей 4-6 лет с прогностическим прикусом». В 1987 году назначен на должность заведующего кафедры терапевтической стоматологии Иркутского государственного медицинского института. В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук по теме «Патогенетические принципы лечения воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта. Экспериментальное клиническое исследование». С 1978 по 1980 годы работали стоматолог, детский врач высшей категории Тамара Леонтьевна Пугачева. Сейчас она является заместителем главного врача городской детской стоматологической поликлиники. И стоматолог, детский врач высшей категории Ольга Михайловна Ермакова. В свое время она была главным врачом городской детской стоматологической поликлиники. С 1979 по 1995 годы работала доцент, кандидат медицинских наук Галина Иннокентьевна Саблина, автор 98 научных работ и 30 рационализаторских предложений. Под руководством профессора доктора медицинских наук Тамары Федоровны Виноградовой в аспирантуре с 1982 по 1985 год защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему устранения тесного положения зубов на нижней челюсти в период сменного прикуса. В 1995 году доцентом Галины Иннокентьевны Саблиной при участии доцента Петра Алексеевича Ковтонюка и ассистента кандидата медицинских наук Кузнецовой Ирины Леонидовны на базе Иркутского университета усовершенствования врачей была организована кафедра стоматологии детского возраста. С 1986 по 1994 годы доцент, кандидат медицинских наук Петр Алексеевич Ковтонюк, автор 72 научных работ, 13 рационализаторских предложений, 2 монографий и 2 патентов на изобретение. Под руководством профессора Сайфулиной в аспирантуре в Казани защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему влияния факторов риска на формирование резистентности твердых тканей временных зубов кариесу и эффективность профилактики в 1986 году. С 1989 по 1995 годы кандидат медицинских наук Ирина Леонидовна Кузнецова, автор 38 научных работ, 17 рационализаторских предложений. В 2000 году под руководством профессора
доктора медицинских наук Васильева Валерия Григорьевича, защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему клинико-морфологическое обоснование лечения тесного положения зубов на верхней челюсти. На данный момент Ирина Леонидовна занимает должность заместителя главного врача Иркутской городской стоматологической поликлиники. Кандидат медицинских наук Татьяна Викторовна Ушакова. Сейчас она проживает в городе Москва и работает также на кафедре факультета повышения квалификации. Детские челюстно-лицевые хирурги. Кандидат медицинских наук Ольга Николаевна Белых, Дмитрий Демьянович Лысенко и ортодонт Людмила Людвиговна Никифорова. Все они работают в Иркутской городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице. Ну, на данном слайде вы видите их во дворе, как раз в больнице отделения. Светлана Андреевна Твердовская работала, Елена Юрьевна Кисель, Подскрёбкина Лариса Владимировна, Алексеева Елена Анатольевна, Ростовцева Лариса Юрьевна, Семенова Оксана Сергеевна, Федотова Марина Викторовна, Леонгар Татьяна Валерьевна, Дмитриенко Ирина Викторовна, Светлана Афанасьевна Орлова, Тюрюханова Марина Алексеевна. На данный момент на кафедре стоматологии детского возраста имеет следующий состав. Завкафедры Шкавро Татьяна Константиновна, доцент, кандидат медицинских наук. Виноградова Алла Владимировна, доцент, кандидат медицинских наук. Ассистенты, доктор медицинских наук Колесникова Лариса Романовна, кандидат медицинских наук Клюшникова Ольга Николаевна, кандидат медицинских наук Сергеева Наталья Дмитриевна, кандидат медицинских наук Маковецкая Елена Аркадьевна, кандидат медицинских наук Павлова Инна Анатольевна, также ассистенты Сорокина Ольга Николаевна и Портнягина Владислава Александровна. Старшим лаборантом работает Сергеева Надежда Николаевна. Следующая кафедра – кандидат медицинских наук, доцент Шкавро Татьяна Константиновна. С 1996 по 2010 год работала ассистентом кафедры стоматологии детского возраста и в 2011 была избрана по конкурсу на должность заведующей кафедрой. Татьяна Константиновна в 1995 году окончила стоматологический факультет Иркутского государственного медицинского института. Затем она обучалась в интернатуре по специальности ортодонтия на базе кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии Иркутского государственного института усовершенствования врачей. В декабре 2000 года защитила под руководством профессора доктора медицинских наук Валерия Григорьевича Васильева и доцента кандидата медицинских наук Владислава Юрьевича Лебединского диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему биомеханические аспекты оптимизации методов профилактики зубочелюстных деформаций и ортопедического лечения детей при раннем удалении временных зубов. Автор более 50 научных работ, в том числе соавтор 5 монографий. Виноградова Алла Владимировна, доцент, кандидат медицинских наук. В 1980 году, когда курс был преобразован в кафедру, Алла Владимировна была принята на должность ассистента. Алла Владимировна работает по настоящее время, проводит практические клинические занятия, а также читает полный курс лекций по дисциплинам детская челюстно-лицевая хирургия, детская стоматология для студентов стоматологического факультета и по дисциплине стоматология для студентов педиатрического факультета. Является руководителем клинических координаторов по специальности стоматологии в общей практике. С 2001 года по 2017 год являлась заведующей кафедрой стоматологии факультета повышения квалификации по подготовке врачей-стоматологов общей практики. Каждый год в среднем выпускалось около 80-90 специалистов. Алла Владимировна с 1989 года является заместителем декана стоматологического факультета. В октябре 2000 года под руководством профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача Владислава Дмитриевича Молокова защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
на тему эффективность хирургического метода лечения одонтогенных кист у детей. Много лет Алла Владимировна совмещает свою деятельность в университете и работу в практическом здравоохранении. С 1977 года она работает детским хирургом-стоматологом в городской детской стоматологической поликлинике. Лариса Романовна Колесникова, доктор медицинских наук, ассистент. В 1997 году окончила стоматологический факультет. С 1997 по 1999 годы обучалась в ординатуре по специальности стоматология детская. С 1998 года работает ассистентом кафедры стоматологии детского возраста. В июне 2004 года под руководством доктора медицинских наук Игоря Сергеевича Пицула и научного консультанта профессора доктора медицинских наук Валерия Григорьевича Васильева защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему медико-организационные подходы к совершенствованию стоматологической помощи воспитанникам детских домов и школ-интернатов. В сентябре 2019 года под руководством профессора доктора медицинских наук Сергея Ивановича Колесникова и профессора доктора медицинских наук Погодиной защищена диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему формирования коморбидных ассоциаций артериальной гипертензии и болезни зубочелюстной системы в подростковом возрасте. Клиника экспериментальные исследования. Лариса Романовна, автор более 50 научных работ, имеет 7 рационализаторских предложений. Кандидат медицинских наук, ассистент Клюшникова Ольга Николаевна, работает на кафедре с 1987 года. В 1979 году окончила стоматологический факультет Иркутского государственного медицинского института. С 1986 по 1987 годы обучалась в ординатуре на кафедре пропедевтики и терапевтической стоматологии Московского государственного медико-стоматологического института. В 1992 году закончила аспирантуру на этой же базе и под руководством профессора доктора медицинских наук Максимовского защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Сравнительная эффективность методов лечения хронического периодонтита, восстановление опорной функции зубов». Ольга Николаевна – автор более 160 научных работ. Ольга Николаевна успешно выполняет работу общественного декана кафедры, активно участвует в жизни студентов, постоянно посещает с ними музеи, выставки, курирует кафедру по этому вопросу. Сергеева Наталья Дмитриевна, кандидат медицинских наук, ассистент. В 1995 году окончила стоматологический факультет Иркутского государственного медицинского института. С 1996 по 1997 годы обучалась в интернатуре по специальности стоматология детская. В 1997 году ассистент кафедры стоматологии детского возраста. В 2002 году под руководством профессора доктора медицинских наук Валерия Григорьевича Васильева и профессора доктора медицинских наук Гайдара Мамедовича Гайдарова защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему клинико-эпидемиологическое обоснование совершенствования стоматологической помощи подросткам. Наталья Дмитриевна – автор более 30 научных работ. Много лет совмещает свою деятельность в университете и работу в практическом здравоохранении. Совместно с ординаторами кафедры ведет прием и консультирование пациентов детского возраста со стоматологической патологией терапевтического профиля в Иркутской городской стоматологической поликлинике. Инна Анатольевна Павлова, кандидат медицинских наук, ассистент. В 1994 году окончила стоматологический факультет Иркутского государственного медицинского института. С 1995 по 1997 годы обучалась в ординатуре по специальности ортодонтия на кафедре стоматологии детского возраста Иркутского государственного медицинского университета. С 1994 года ассистент кафедры стоматологии детского возраста. В ноябре 2007 года под руководством профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача Владислава Дмитриевича Молокова
на диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему предклиническая диагностика, прогнозирование и профилактика аномалий формы зубной дуги верхней челюсти у детей 3-6 лет. Инна Анатольевна – автор более 50 научных работ, имеет 4 рационализаторских предложения. Маковецкая Елена Аркадьевна, кандидат медицинских наук, ассистент. В 1993 году окончила стоматологический факультет Иркутского государственного медицинского института. С 1993 по 1994 годы обучалась в интернатуре по специальности стоматология хирургическая. С 2000 года по 2004 в аспирантуре на базе Иркутского государственного медицинского университета. С 1999 года работает ассистентом кафедры стоматологии детского возраста. В 2004 году под руководством профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации Анатолия Трофимовича Карнаухова защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему комплексное лечение детей с острым адонтогенным остеомиелитом челюстей. Елена Аркадьевна, автор более 30 научных работ, имеет 5 рационализаторских предложений. Сорокина Ольга Николаевна, ассистент. В 2006 году окончила стоматологический факультет Иркутского государственного медицинского университета. С 2007 года ассистент кафедры стоматологии детского возраста. Автор 9 научных работ и мама 3 детей. На данный момент она находится в отпуске по уходу за ребенком. Портнягина Владислава Александровна, ассистент. Владислава Александровна окончила стоматологический факультет в 2014 году. С 2014 по 2015 год обучалась в интернатуре по специальности стоматология общей практики, а затем с 2016 по 2019 год обучалась в очной аспирантуре. Владислава Александровна работает на кафедре стоматологии детского возраста с октября 2018 года, является куратором по работе с иностранными студентами, участвует в мероприятиях Центра профилактики «Твой выбор» Иркутского государственного медицинского университета. Кафедра стоматологии детского возраста активно участвует в подготовке врачей. В текущем учебном году на кафедре проходит обучение в клинической ординатуре по специальностям детская стоматология 11 ординаторов, ортодонтия 35 ординаторов, стоматология общей практики 23 ординатора. Благодарю за внимание.